Экстренное предупреждение объявили в 13 районах Сахалина из-за снега. Экстренное предупреждение было объявлено в 13 районах Сахалинской области в связи с прогнозируемыми 13 декабря снегом и сильным ветром. Об этом сообщается в воскресенье на сайте территориального управления МЧС. Предупреждение коснется Александровск-Сахалинского, Смирняховского, Поронайского, Углегорского, Макаровского, Тамаринского, Долинского, Холмского, Невельского, Корсаковского и Анивского районов. Как сообщили в пресс-службе МЧС, снег в этих местах будет сильный, а скорость ветра достигнет 11-16 метров в секунду и 19-24 метра в секунду на побережьях. Также 13 декабря на территории Южно-Курильского и Курильского районов прогнозируются осадки. Ветер будет в районе 19-24 метра в секунду, а во второй половине дня его скорость достигнет 25-28 метров в секунду. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области, следует из материала на сайте. В администрации указанных муниципальных образований и его взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию, подчеркнули спасатели. Жителям перечисленных районов не рекомендуют покидать пределы населенных пунктов, советуют избегать необязательных выходов из дома и остерегаться обрыва проводов, падения опор столбов, деревьев, элементов конструкций, зданий и сооружений. Ранее 7 декабря экстренное предупреждение было объявлено в 4 районах Магаданской области в связи с непогодой. Согласно предупреждению, существовала вероятность ЧС, связанных с повреждением или обрывом линий электропередачи и линий связи, нарушениями в работе всех видов транспорта и дорожно-коммунальных служб. 6 декабря в Анадыре отменили городские автобусы из-за сильного ветра, снежных заносов и плохой видимости. Развозить жителей села Тавайваам к месту жительства будут на спецтехнике с поисково-спасательной группой и пожарными.